Я не понимаю, как это будет выглядеть в целом, но по частям это очень хорошо. Но в целом, я не знаю, если бы я была монтажером, я бы не смогла смонтировать весь этот фильм. Ну, то есть я бы смогла его смонтировать, но немножко не в том ключе. Я бы попробовала сделать свою версию. Это как? Ну, как я это вижу. Ну, это как? Я это до сих пор так вижу, я не представляю твою версию. Ну, ты как видишь, расскажи. Я это вижу как одна целая история любви в трех возрастах. Угу. Как они взрослели все. Ну, то есть одна пара. Угу. Вот и все. Ну, там сюжет виден, по-твоему? Да. Если соединить, то да. Может понять каждый сам. Что опять? В чем проблема? Мы камеру не роняли вроде. Они так на тебя посмотрели? Они думают, что я звезда, и ты снимаешь звезду. Возможности России. Огромные возможности. Вот, взяли машину на прокат. Молодые люди, успешные, с высшим образованием все. Занимаются кинематографом. Как думаешь, с чего бы это? Я вот, наверное, думаю, что ты авангардный режиссер. Да, думаешь? У тебя свежие идеи и постоянное стремление чего-то нового. Как еще раз место называется, куда мы едем? Саблино. Саблино едем. Мы расскажем по пути и на месте все обсудим вместе со всей командой. У нас будет несколько человек, и мы все это вместе решим. Только до моста не доезжает, там уже до моста. Там метров 100. Увидишь там большой такой пятачок с левой стороны и яблони. Там машины стали. А может там уже машины есть, не знаю. Thank you.
гранитного делали? Страна возможностей Россия. Да, Сережа? Мы заезжали на техноложку в этот нам видео. Да? Вот ебись ты, ну что тебе надо? Добрый. Скажите, а что случилось? Да? Что? Поворота нет налево. А где там знак? Так? Я не вижу, даже не заметил. А я вот отсюда его вижу. А что квадрат разговаривает? А? Что вы со мной таком предвзятом тоне разговариваете? Я не разговариваю. А мне так показалось, по-моему, да? Показалось. Точно? Хорошо. Да потому что надо предупреждать, а не наказывать. Да, они сейчас даже стоят иногда до пешеходного перехода. Ну, видишь, потом-то исправишь, какое замечание сделать. Служебное удостоверение в развернутом виде – это первая фраза, которая должна звучать из твоих уст. Это первая фраза, которая может прозвучать, и потом плохо для тебя закончится. Ты же Россия, Саша. Если ты пойдешь по букве закона, он тебя трахает по этой же букве. У нас же закон сделан, чтобы тебя ебали, а не чтобы ты как-то чувствовался защищенным. Я реально не заметил тут, Саня. Ну так, стоим как все, что было. Куба Либре! Да! То, с чем мы боремся всю свою жизнь, всю свою гребаную жизнь. Представитель идиотизма, с которым мы сражаемся. Вот они. Им не место здесь среди нас.
Молодец, вовремя подошел. Самый яркий момент дня, ты приедешь, когда сядешь, все это осознаешь, подумаешь. И в такие моменты, как ты говоришь, запоминаются. Допустим, не сегодняшний день, а сегодняшний вечер больше тебе будет впечатление принесет, когда ты все это поймешь, что произошло. Да, потому что, мне кажется, ни мы, ни кто-либо еще не понял, что мы в итоге сняли. Да, до этого момента, тем более, да, не ясно, что попало в камеру. Вот где-то здесь мы вчера чуть не умерли в машине. А что было? Я положил ключ на сиденье, не заметил, что я его туда положил, просто сел на него, и сработал замок, машина закрылась. Она была очень душная, настоялась на жаре, пока мы лазили. И где-то полминуты прошло, и мы начинаем задыхаться уже. И паника, что не можем ключ найти и не открыть, потому что она заблокирована уже, и все. То есть такая мгновенная паника, и начинает тяжело дышать. И думаем, приехали снимать. Такие чувства были неопределенные. А снизу, брат, оно нам надо. Машина? Да, здесь идти, в принципе, вон, где машины стоят. Давай здесь припаркуемся. Будет проще, да, быстрее. Мы это быстрее сделаем.
как-то мокренько. Мокренько. Блин, я думала, он постоит. А тут прикольно, можно жить сюда, переезжать в пещеру. Ага. И квартиру не надо ждать, да, пока достроится. А это считается, да? Да, вы сзади там стоите у стенки, вас надо видно. Сумки убрать, слышишь? Да, надо сумки убрать. Отлично. А туда что? Туда тупик. Можно. Если забудем, то можно шампанское. Конечно. Да, единственное, это же самое, и просто уходишь. О, вот это вообще отлично. Нет, нет, не надо, да, я не помню. Можете шампучку? Давайте еще раз. Надо работать, Серега. Работать. Серега, Серега, все, последний дубль. Все, 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 все. Готово. Сцена 3, дубль 9. Вперед. Олег. Олег Нарисова. Да-да, где-то так. Аня, ты там нормально? Опять ломается. Нет. Все готово. Не понял. Надо просто это. Я не знаю, то есть, чего вы хотели добиться и что вы получили. То есть я не знаю, да? Ну, просто по ощущениям я знаю, что для меня это все какое-то вообще просто. Ну, маленькое приключение. Я приехала, ни о чем не вообще. Причем я такая уверена, что да не, я вообще. Ни о чем там. Вообще ни о чем, даже ни капельки. Мне самое интересное, я даже не представляю. Я просто даже не представляю. Потому что я не знаю, что там у вас говорит. На данном этапе никто из нас не представляет. Потому что еще, во-первых, две пары будет. Да, и как они сложатся. Тоже Жене, да, получается? Ну да, да. Нет, нет, 21 и 31 еще осталось. Вы в середине. Вот. Тут может надо доехать, хотя бы все близко, 10, понял. Вот, соответственно, надо. 9 от тебя выдано. Ой, 50. Да. Да успех. Так. Поехали. Во, успех! Смотри! Поднимай! Попробуем, да? Потому что тут слишком резко. Вот сюда не съесть, тут сползти может. Но я постараюсь. Тут сыпка. Подтолкните, подтолкните, точно так же. Ой, машина, машина, машина! Конечно! Доехали сюда. Конечно, придурки. А теперь другая разлипусечка. Ваня, стой! Давай поменяем условия, все, что есть в багажнике. Так, а что, мы поехали? Поехали, колесо сейчас поменяем. Вот там не чувствовалось абсолютно. Нет, только, блин.
Так, ту надо было толкать, а эту практически не надо было. Ничего, я нормально, я живой, главное, машина. За машину, за окна карточку. Карточку у тебя. Сколько ты? 20. Скверно, я сам буду. Эй, давай покажи. Мы все идем за вами, по сути. Там не написано было. Но по сбоку от вас, я за вами. Вы идете вперед, сейчас мы идем до Марсового поля. Вы не находите? Сегодняшний вечер просто исполнен прекрасными моментами. А это божественный чай. Ну что, нормально? Зато у меня будут вот такие. Нет, там кто стоит? Что ты говоришь? Если получится. Смотря какая кафедра там еще.
У меня подружка в этом, в Москве, к этому правосудию. Им тоже там настолько, так все сложно, так дорого, что-то платит маму, и вообще пишет. В Москве, да, там любое русское дорого. Ну да, ну вообще, и все, все, каждый экзамен там доплачивает, каждый экзамен. Когда приходит камера, все молчат. Это ошибка на самом деле. Она чувствует страх камера и может напасть. И лучше никогда не говорить о камере в присутствии камеры. О камере не надо говорить. Да, это да, в любом случае. Это... Она просто найдет тебя как бы. Да. Атлантом. Да. Не стесняйтесь. Денег. Возьмите вот эти сырочки. Да, там сырочки, да. Сырочки, это. Сырочки, это. Мы с ним несколько дублей
Вот, об одном и том же. Если какие-то идеи у нас будут появляться, то как бы ты можешь добавлять, ты можешь как бы от себя что-то говорить, ты можешь тоже от себя на эту тему что-нибудь говорить. Мотор. Тихо надо говорить или громко? Нет, ну если есть возможность или громче говорить. Как просто говорить. Мы разговариваем. Да, как просто разговаривайте, просто чтобы слышно, ну получше, чтобы слышно было. Так, еще раз. Готово, звук. Мойка. Есть. Круто. Давай, давай просто поближе снимем отсюда еще раз. Получается, ты должен быть уверен просто в себе настолько, что наоборот не должно быть никаких сомнений в том, что там что-то будет не так и так далее. Да, ты готов просто ради всего этого, ты готов переехать в Питер. Правильно? Для того, чтобы попробовать. Просто. Для того, чтобы попробовать. А там уже пофигу, будь что будет. Расстанетесь, расстанетесь, там, не знаю. В принципе, это можно даже не употреблять там. То, что там. Да, давай и как-то просто поувереннее. Не знаю, ты, блин, самец, ё-моё, там. Ты девушку, девушке уговариваешь, ну, говоришь, что ты должен ей внушить то, что ты хочешь ей сказать. И она там, ну, должна тебе поверить реально. За счет как раз-таки твоей уверенности в том, что ты говоришь. И с такими горящими глазами, чтобы говорят, ты одна единственная, я увезу тебя в Париж и там достану. Здесь солнце вообще не сюда. Конституция. Конституция. Какое красивое слово. Конституция. Проституция. Как девка на что-то готова. Вот такое стихотворение. Ты сам его сочинил? Нет, нет. Про Россию. Откуда это, Дима? Ну, книжка какая-то была, я прочитал, запомнил. Смарт. Роль молчания. Угу. Я должен тебя разговорить. Угу. Говори. Это заклинание на тибетском было. Не помогает. Вот, видишь, ты сказала, как не помогает. Помогает. Как рыба, выброшенная на берег. Да. Но это комплимент твоей красоте, как бы. Знаешь, очень красивая, значит. А, то есть рыба, выброшенная на берег, это значит, очень красивая девушка? Ну, у нас, у тибетских монахов, это комплимент, как бы. А. У нас рыба обозначает красоту и превосходство над другими. Окей. Выброшена на берег еще и гармонию с природой и очень хорошее здоровье. Ой, прекрасно, шикарно. Ну, кажется, смотри с минусом. В смысле, что? В смысле, свое участие? Я имею в виду последнюю сцену, но вообще. Не про участие, а про вот этого последнего. Про диалог. А, про диалог? Считаю диалога, время хорошее. А так вообще, блин, очень. Позитивный сегодняшний вечер. Посмотрели там какой красивый город. Я давно хотела его погулять. А мне стыдно подойти, я думаю, гранит. Серьезно? Ну настолько похоже, что просто я. Причем, ну ладно, там, когда бывают родственники похожи, а тут как бы совершенно, ну, разные люди. Незнакомые. А ты видела ее мужа? Рома нет. Рома хорошо тебя знает, Рома мой корень. Рома мне все штрафы удалил из базы ГАИ. Он работает на шоссе революции, как раз вот этим всяким инспектором по правам, по сдаче, по регистрации прав, по регистрации штрафов, там, по обработке штрафов. Ну, короче, с базой данных. За бутылки дешевого виски.
Ничего себе. На одной из кочек что-то происходит с машиной, руль вот так вот на бок, короче. Вот, что-то начинает стучать и все такое. Вот, в конце концов мы как бы доезжаем до юга. В общем, там был целый мексиканский сериал с поиском запчастей на Крайслер в Краснодаре. Тут ближайший дилер, короче, в Ростове за 400 километров. Да. Вот, и мне попался чел. Ну, во-первых, южное гостеприимство, оно, слава богу, до сих пор еще присутствует. Вот, но таких людей вообще мало. Он, короче, кроме того, что потратил на меня целый день, напряг пол Краснодара. Он там бизнесмен, у него сеть автомоек и сеть мастерских по изготовлению ключей, вскрытию машин, установок элитных сигнализаций, потому что в Краснодаре на самом деле очень много там, никого не удивишь, Infiniti, Mercedes, Бэхами, но Крайслера вообще реально нету. А сейчас очень хитрые менты стали, они ставят камеру, например, в одной деревне, а стоят сами через три деревни. Да. Вот, а еще даже один раз было место, где стояло в каждой деревне три камеры, а менты стояли в четвертой, и хоть на одну дотел, выцепляли. Вот, но смешно, его в принципе можно посмотреть, смотрится не противно. Ну то есть вот эта расчлененка, которая... Слушай, там, эффект 3D мешает смотреть «Обитель зла» или все же лучше было, если бы не было такой объемной пофигу, картинки? Пофигу, вообще. Мешает. Нет, 3D вообще мешает, только «Обитель», не то чтобы «Обитель зла» вообще. Голова болит. Да. Слушайте, ну да, согласен, что если смотреть «Аватара» почти 3 часа, то глаза начинают уставать, вот такое начинается напряжение, оно чувствуется. А еще даже не... Но это уже не от 3D. Ну это, наверное, от других факторов. От синих человечков. Ты был из Москвы, ты была из Питера, вы познакомились по интернету, ты приехал, тебе в Питере понравилось, ты решил здесь остаться. Вы здесь пробыли 5 лет, были вместе 5 лет и, в общем, расстались. И сейчас, спустя 5 лет, ты опять приезжаешь как бы в гости просто, ну, там, пообщаться, узнать, как дела, в общем. Ты рассказываешь, как у тебя дела, ты замужем и ты женат, и вы, соответственно, просто как бы делитесь впечатлениями от того, что вот как бы, ну, уже... Мне кольцо не надо надеть. Нет, да не обязательно, просто. И любые там свои, любые свои впечатления от времени, от того, как вот время проходит, да, и как вы меняетесь, вот, ну, вот если вот об этом, о чем-то можете поговорить, будет вообще идеально. Символизм, опять же. Тоже символизм. Да. Надо пользоваться моментом, потому что тучки идут сюда оттуда. Вообще классно. Да, все довольно неопределенно выглядит сейчас. Кажется, не собрано. И немножко неорганизовано, кажется. Поэтому тем интереснее, какой результат получится. Потому что мы снимаем сейчас на 3 камеры. И потом собрать из всего это какой-то материал. И интересно, потому что посмотри, сколько людей участвует уже в проекте. И режиссер только, допустим, запустил это все. Остальные уже сами продолжают делать свое дело. Мы же встретились
как друзья, да, а да, не да. так, что ну, сказать или спросить, узнать что-то о семье, ну, да, или да. еще что-то. Потому что ну, друзья обычно встречаются, они что-нибудь... Ну вы редко видитесь, понимаешь, ну то есть вот это самое главное, что он не хотел сюда приезжать, нет, вот я приехал. Я понимаю, да. да. А он приехал сюда по работе? Ну, наверное, нет, именно не встретиться. Именно встретиться, да. А мы больше не увидимся никогда. А почему он захотел со мной встретиться? У него какие он цели? Преследовал или мысли, или просто вот ностальгия по прошлому времени и по Петербургу. Ну, то есть, вот он сейчас там все бежит, 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 да, у него быстро, например, жизнь там. Надоело, хотел попытаться. Хотел, да, вот вспомнить какое-то ощущение уловить, понимаешь, просто вот это. Вот. Да, просто получается, вот я говорю, и сам сижу и думаю, получается, как же, блядь, все плохо. Да, вообще хоть сейчас заплачу. Не, настраивайся на то, что ты не сосредотачивайся на том. Да, не сосредотачивайся, не запаривайся об этом, что будет все серьезно. Ну вот, ему надо было одной семейной жизни, а почему бы не вместе? Потому что он как бы этого захотел, он получил, а я... У нас просто никогда не было понятно, почему они расстались, как бы это принципиально не стояло. А вот, да, ну потому что как бы интересы были другие цели. Ему там что-то предложили, он поэтому уехал. Да, он поехал, да. А тебе более свободное нужно было время, место. Мы же не ссорились, мы же да. нормально, нет, хорошо нет, отношения. Да, 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 вы не ссорились, но совершенно. Да. Это место узкого города Центрального парка. Да, точно. Куда поехали? Поехали, заедем куда-нибудь. Нет, мне кажется, давай не так. Давай лучше. Здорово, гуляли, а на тебя как всегда стоит дождичка. Как старые добрые времена. Тебе не кажется, что стало прохладно? Может быть, куда-нибудь поехали? Куда поехали? Поехали, заедем куда-нибудь сидим. Нет, мне кажется, это не так. Давай не так. Давай лучше. А что? Ты это понимаешь? Нет, давай лучше скажи, что Питер встречает с дождичком. Дождичка, мне да. так стало холодно, что я не могу даже больше не сохраниться. Еще постоянно машины ездят, вот это надолго застрянем. И что ты предлагаешь? Где-нибудь в другом месте. В каком? Что говорит, допустим, можно поехать куда-нибудь. Пошли ты в другом, да? Не делай машину. Только стой, только прямо. Чисто много ездит. Пошел дождь, стало холодно. Потом мне дал кто-то куртку, да, и жилетку. И мы решили совкать, да, совкать кофту. На пляж, пляжа. Старайтесь в эту сторону говорить. Просто здесь, да, все записывает. Которые все. Квадратики? Да. У нас же в прошлый раз так было, помнишь? Да, карты то же самое было, да. Так, ну, 22.44 минуты. Да, и, например, что я могу покусать. Ну, как бы, блин, я понял, что ты абсолютно не готов. Мне не нравится. Я думал, что... Я не готова, потому что у меня еще кроссовки все в песке грязные, мне так хочется... Я думал, что я приеду, у меня все получится с первого раза. Ну, как бы, я переоценил свои возможности вообще. На практике это когда гораздо тяжелее. Да. Может, ты принимаешь это слишком близко к сердцу? Да, согласен, принимаю слишком близко к сердцу. Наверное, я не надо. От этого еще больше расстраиваюсь. Лучше не принимать это. Серьезно. Я даже не знаю, как я смогу пережить это, переспать с этой мыслью сегодня. Спокойно. Я очень буду переживать. А еще она убегает от меня. Мне кажется, как-то люди, которые раньше встречались и, ну, да как нет. бы разговаривают, они вот так вот не должны стоять друг от друга за 2 метра. Это нормальное расстояние, я считаю, что... Нет, да, действительно, не смотрится, что... Нет, то, что, может быть, она убегает, это не смотрится плохо, даже если это так. Угу. То есть, ну, потому что, ну, все-таки вы уже не вместе. То есть это все-таки да, уже... Вот. Близость уже была давно. То есть, ну, вы уже сейчас все-таки не те, которые были там 5 лет назад. Они не могут придумать, на самом деле. Они хотят, чтобы мы им дали указания.
Они нас, по-моему, ждут как раз в Казани. Да, забавно то, что для них сейчас это не находит смысла. Да. А для нас, просто они, по сути, для нас сейчас выполняют эту роль. Да, да, да. То, что нам нужно. Да, да, да. Блин, вот я бы на месте Сашки по-другому поступила. Когда мы прогулялись просто. Да. Неправильно он отдает, ставит задачу не так. Он вообще ее, по сути, не ставит. Да? Нельзя так. Надо какую-то конкретную задачу ставить людям, потому что нельзя вот... Это как продавцов учат. Типа, когда они там предлагают какие-то варианты. Нет, просто нет, а у меня не то, что вариантов нет, то есть варианты у вас как бы не согласиться со мной, то, что я говорю, а как я могу делать то, что я не, с чем но я не согласаюсь. Мне хотя бы придумали, что я живу в Москве, у меня есть жена, мне ребенок вот... и семья. Не, я сейчас вообще даже не про это, я именно про то, как Санек, я критикую его за... То, что он неправильно ставит задачи. Потому что вот мы совершенно все не понимаем сейчас, по-моему, для чего мы здесь и почему, ну и как бы как к этому надо относиться. Я признаюсь, честно, я уже последние полчаса именно эти мысли гоняю себя в голове. Блин, мне нужен минимальный, но какой-то план. Например, вот что касается мне диалога. Мне надо себя посмотреть еще, как я получилась, и вспомнить то, как начиналось. У нас вот мы просто стоим и думаем о том, что у нас, когда были молодые все пары, у них как-то, ну, короче, получался диалог, хотя они, ну, не было о чем им говорить. Задача у них была та же самая, просто направление давали, они обсуждали, у них вот как-то складывалось. А это, ну, уже взрослые встретились, получается, им действительно уже нечего друг другу сказать. То есть, как бы они, ну, когда они были молодыми, они как-то разговаривали друг с другом, у них получался диалог. А сейчас они подходят друг к другу, да, им как бы комфортно друг с другом находиться, гулять вместе, но диалога не получается. Они не могут разговаривать друг с другом. Что-то все обсудили, обговорили, поставили когда-то точку. Наверное, они знают друг о друге все, наверное. И неохота спрашивать. И просто даже говорить не о чем просто даже. Ну, то есть, нет, не то, что не о чем, а как бы... Это в том времени остались их разговоры между собой. И какой мы делаем из этого всего вывод сейчас? Что вы должны тогда, значит, просто проводить время вместе, наслаждаться. Да, дело все во мне, да? Нет, дело в тебе. Слушай, я от тебя ушел в Москву. Дело не в тебе. Это бесспорно, дело всегда все в женщине. Это бесспорно, но в данный момент все вместе. Они знакомились, им было интересно друг другу узнать, поэтому слов столько. Ну только первая пара вообще не разговаривала же, у нас тоже мало. Потому что они совсем молодые, они ну, еще, да, знаешь, да. Стесняются. Они только первый раз себя увидели, боялись, да. Что-то сказать. Во вторая пара как раз. Они расставались, уже... у них больше всего эмоций, поэтому не и говорили. А эти вернулись, они знают друг друга, но и то, тем не менее. Еще какая идея? Может, они могут бояться друг другу сказать что-то, потому что... Боятся узнать что-то, что может разочаровать их, и что они что-то упустили. Что они могли быть вместе на самом деле, а они не вместе, да? Да. То есть, как бы, что они, может быть, жалеют о том, что какая у них жизнь сейчас на самом деле без друг друга, да? Да, потому что он может найти в ней что-то, что может заново, и заново может влюбиться в нее, допустим, заинтересоваться ей. Но ему это не надо, потому что он... Потому что у него уже все сложилось. Вот, да. У него уже жена, ребенок, и как бы ему не нужно... ворошить, хотя наверняка это и есть настоящее. То, что он с ней как бы мог бы быть, это и есть настоящее. И он боится это сейчас для себя признать. Поэтому не, ну, они не могут ни о чем разговаривать. Заранее не предполагали, какая у нас в голове другая была мысль. Ну да, да, да. Прежде чем мы сегодня приехали снимать. Но они нам показали. Да, они нам показали, что, причем, да. Какая вот. Может быть. Вот в чем. Вот мы следуем пару, при том, что да, ее нету. Вот в этом суть, да, взаимодействия между всем этим. И как, времени на личную жизнь хватает? Хватает. Ну и может быть что-то мне расскажешь. Мне, может быть, она не так интересна для меня. Больше работа? Да. Слушай, с тобой вообще, по сути, говорить не о чем. Знаешь почему? Что я тебя слишком хорошо знаю. Ничем ты новым меня удивить не можешь. Ха-ха-ха. Я тебя не собиралась удивлять. Сам приехал.
Да, так нежданно-негаданно нагрянуло. Питер, как всегда, встретил дождичком. Холодно. Да холодно. Ты хочешь согреться? Холодно встретил, как и ты. В Москве было тепло. Там было по-другому. Да. Может быть, в Макдональдс? Может быть. На Савушкино. Недалеко. Ну, я об этом и говорила, что это... Да. Так это лайк там вообще, потому что ничего делать не надо. Сидишь ты, ты как бы ограничен. Ходить удавалось сидишь. Всем, да? Вот все, кто снимались, вообще, вот все, что делали, просто без слов, замечательно вообще у всех, во всех трех частях. Как только доходило до слов, это была жесть какая-то. Ну, жесть, но... Диалоги. Ну, понимаешь, идти и говорить вот сейчас, я как бы чувствовал себя комфортно, потому что когда я сидел на том же самом камне... Потому что не надо стоять вот так вот. Я был ограничен, я чувствовал себя как-то, ну вот, опер, конечно, я не профессионал, но вот я чувствовал, что, блин, надо как-то сидеть, надо как-то плечо сюда, не горбатиться, надо что-то говорить. И, в общем, я чувствовал себя как-то ограниченно. А тут как бы идешь, вот, мне, в общем, понравилось. Вот, но потом все закончится тем, что я пойму, что... В ближайшие пару часов ничего не светит, и я лучше поеду в Москву. Mm-hmm. Вот, там стопроцентный перспективный акт. Да, мы просто посмотрели друг на друга и поняли, что ничего бы у нас так и не получилось бы. Вот и все. В которой мы все покупаем, канцелярский, в котором мы не были, банк. Чуваки тусят, смотри, соображают на шестерых, к ним еще там подтягиваются. Чувак с собакой, да? Да, он тебе средний палец показал. Серьезно? Ты не видел? Нет. Потом посмотрим. Да, потом посмотрим. Чувак на мотоцикле, еще один чувак на мотоцикле, газетный киоск. Пиво Хайнекен везут. Макдональдс и KFC. Тепленько. Карта. Да, смотри. Какой поезд. Это старинный Париж. Там бульвар Клеши нам нужен, да? Пойдем в эту сторону. Да, чуваки, молодцы. Давайте, я не знаю, за что вы, но я с вами. Как ты узнала? Да я позвонил чувакам с утра, говорю, нам нужна массовка какая-нибудь интересная. Что-нибудь необычное, парижское такое, с духом, вот, чтобы прям... протеста, а они вот забабахали.
гостям. Et ensuite...